В дежурную часть Владивостока обратилась 65-летняя жительница дальневосточной столицы. Женщина сообщила, что ее ограбили. Полицейскими установлено, что потерпевшая вышла из магазина, расположенного в районе улицы Сахалинской. Следом за ней вышел неизвестный мужчина, который через несколько минут догнал ее, сорвал золотую цепочку с шеи, после чего скрылся. Ущерб превысил 30 тысяч рублей. Личность злоумышленника была установлена. Мужчина спрятался от сотрудников полиции в своей квартире в маленькой нише. Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по городу Владивостоку задержан и доставлен в отдел полиции 38-летний, ранее неоднократно судимый житель Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным корыстно-насильственным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.